Новшество в законах – это веление времени, говорят судьи. С 2015 года теперь граждане должны 100 раз подумать, прежде чем что-то сделать, а то и сказать. Особенно тяжко в этом плане придется так называемым бюджетным клептоманам, коррупционерам. Если им и удастся избежать тюремной решетки, то уж от штрафа навряд ли. И неважно, есть у коррупционера официально оформленное на него материальное имущество или нет. Санкции ужесточены, в частности, касающиеся преступлений, коррупционных преступлений. Если ранее можно было бы назначить наказание условное за такого рода преступление, то в новом уголовном кодексе коррупционеру такого наказания назначить быть не может. И кроме того, там немножко изменений имеет место в связи с тем, что теперь будет кратно наказание у них к полученной сумме взятки. Это как, если он получает взятку там 100 тысяч тенге, то он должен заплатить штраф не менее 5 миллионов тенге. С нового года судьи не смогут отправлять дела на доследование, даже если на то будут объективные причины. Теперь это прерогатива прокуроров. Особое внимание судьи обращают также на то, что за преступление сексуального характера в отношении детей теперь светит пожизненный срок. В этом плане наш регион нельзя назвать спокойным, хотя за последние 3 года случаи педофилии сократились. Служители Фемиды удручают тот факт, что детей насилуют преимущественно в аулах, где, казалось бы, все друг друга знают хорошо и относятся соответственно. Санкция ужесточена по многим преступлениям, в части против преступлений против личности. Если ранее за совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, было назначалось минимальное наказание от 6 лет до 15, то санкция данной нормы увеличена от 8 лет до 15. Кроме того, по делам, которые связаны с половыми преступлений против несовершеннолетних, раньше в старом уголовном кодексе не было предусмотрено, теперь же в новом уголовном кодексе предусмотрено пожизненное лишение свободы. В целом, количество рассмотренных дел специализированным межрайонным судом по уголовным делам в этом году несколько уменьшилось. 42 рассмотренных дела против 63 в прошлом году. Что касается суда присяжных, то он полностью оправдал в этом году одного подсудимого, зато отправил за решетку 3 злоумышленников. Акмарал Майкузова, Канат Таспагамбетов, программа «Факт».